Сегодня мы откроем какой-нибудь пакет из этих пакетиков с куклой Лол. Давайте посмотрим. Они все третьей серии. Лол Сюрприз третьей серии. Лол Сюрприз третьей серии. Лол Сюрприз третьей серии. Лол Пэтс. Я перемешаю сейчас закрытыми глазами все и возьму себе. Так. Ну, допустим, я возьму вот этот. Это Лол Пэтс попался нам. Так, уберем остальные. Надеюсь, если у нас будет нарисовано желтым фломастером, значит, это из редких. Yes, нарисовано желтым фломастером, да. Так, давайте открывать. Блин. Ладно, допустим, если я с этой стороны открою. Вообще не... Ой, да ну неужели? Так. Опа. Так, все, мы открыли. Так, давайте посмотрим сначала, где там секретное послание. Где-то там должно быть секретное послание. Так, сейчас я все высыплю и посмотрю, кто же нам попался. Все, я все высыпала. Первым делом посмотрим на туалетик. Туалетик розовый и красный. На нем написано LOL Pets. Такой туалетик отложим. Мина Фокс. Дальше у нас есть вот такое вот секретное послание. Богатый и красивый. Дальше. Вот такие вот стикеры. Меняет цвет, плюется, писает или плачет. Ведь питомцы тоже это могут делать. Дальше вот такая вот кружечка. Если честно, я придумала сама эту кружечку. Голубая кружечка с желтой картоночкой и желтой крышечкой. Дальше синий совочек. И вот такой вот желтенький совочек. А дальше, та-дам! Первый питомец, это вот такой вот хомячок. Рыженький хомячок с серой грудкой, с розовым носиком, с очками черными, на которых золотое сверху. Дальше у нас есть вот такой вот хомячок, девочка! Милашка. Мы распаковали Лол Пэтс. Давайте распакуем еще что-нибудь. Ну, например, выбираю и беру вот это. Так, какой же шарик? Ой, тоже желтенький. Значит, редкий. Так, мне не терпится открыть. Кто же у нас там будет? Это очень интересно. О, секретное послание. Кристалл и котик. Crystal Cat. Так, значит, у нас есть одно секретное послание уже. Так, дальше. Идем дальше. Так, здесь, наверное, тоже скотч. Это куколка большая. Нам попалась из серии больших куколок. Так, о, стикеры. Меняет цвет, плюется, писается или плачет.
Так, сейчас кружечка будет. Кстати, вот еще два пакетика. Хотя, может быть, мы сегодня им все купим. Так, значит, у нас есть вот это. Подсказка, стикеры. Так, сейчас будет кружечка. А вот она, да. Кружечка. Розовая кружечка. С коричневой картоночкой и серебристой крышечкой. И сама куколка. Кристальный котик. Куколка. У куколки розовые ботиночки, серебристые шортики, розовая маечек, серебристые волосы, коричневые глаза, розовые губки, кожа коричневая и розовые ушки котика. Вот такая вот куколка нам попалась. Так, уберем. Ну, давайте возьмем вот это. Какой же это шарик? Это голубой шарик, интересно. Кто же нам здесь попался? Так, сейчас мы откроем. Ага, вижу почему-то стикеры. Меняет цвет, плюется, писается или плачет. Выглядывает. Так, минуточку. Где ее секретное послание? Ага, я нашла послание. Вот ее секретное послание. Наверное, здесь нету, кстати, надписи нигде. Наверное, это секретное послание любительницы школы. Нам попалась любительница школы. Так, хорошо. Дальше у нее есть вот такая вот кружечка. Голубая кружечка с розовой картоночкой и желтой крышечкой. И вот и сама куколка. Это бон-бон. Это маленькая бон-бон. Ну как маленькая. У нее розовое платьишко. Желтые и голубые полосочки, голубые туфельки, волосы наполовину желтые и наполовину голубые. Что ж, теперь откроем последний. Это розовый шарик. Точнее, розовый пакетик. Да, кстати, пробуйте сами делать. Если вы хотите, чтобы я сняла видео, как сделать этот шарик, ой, точнее пакетик, то пишите в комментариях. Где же этот? Ну, опять же, стикеры. Карты с мастями, секретное послание. Белая кружечка с голубой крышечкой, и она квадратная. И вот эта вот куколка, у которой голубое платье, на ней... На нем черный бантик, как на ее головке. И у нее на ее платьишке изобразили три масти. Всем пока! С вами была Тарелла Пешуни 2017. Я была рада с вами встретиться. Пока-пока!